Здравствуйте! Добро пожаловать на канал «Мыловод». Сегодня мы рассмотрим масло абрикосовой косточки. Посылка 100 мл. Поставщик Германии. Это натурально-масляная жидкость. Это одно из самых популярных масел, которое можно использовать как для кожи, так и для волос. Если вы будете добавлять кремы в масло абрикосовой косточки, ваша кожа станет нежная, пропадут морщинки. Можно добавлять его в крем, когда пользуетесь ним зимой. Особенно очень хорошо защищает от морозов, сухих ветров. Кожа не будет шелушиться, не будет пересушиваться. Если у вас есть перхоть, тогда это масло очень просто идеально подойдет вашей коже. Уберет шелушение, уберет перхоть, волосы будут блестящими, красивыми. Также защитит ваши волосы от ветра и мороза. Вот такая бутылочка. Вот так выглядит это масло. Вот такое. Жидкое. Спасибо, что посетили наш канал. Не забывайте ставить лайки, подписываться. До новых встреч!